Тошка маму бережет. Я иду вообще на лифте с одной сумочкой. Сколько? 8 дней на улицу. Вот как мы 31-го вышли на улицу. Больше не ходили. Сейчас вот только первый раз тоже вышли в магазин. Но говорю, еще повторюсь, что в основном фрукты и овощи за тариф. Сыра там еще по акции купила себе. Моцарелла там, наш любимый. Взяла 3 упаковки. Уберу там, сроки большие, пригодится. Не балуйся. Антон. Антошке моему тяжело. Маме не дают тяжело есть. Идем домой. У кого снега нет, посмотрите, какие сугробы у нас пушистые. Посмотрите, снежная перина, как красиво. Мы с Антоном хотим ведь котов этих бездомных своих сходить, проведать, как они там. Последний раз, когда мы ходили, они к нам не вышли, они там в домике были закрыты. Арбуз на задние лапки встал, бился лапами по стеклу. Мяукал, чтобы к нам выйти, но не получилось. Больше мы их не ходили, не травмировали. Да у нас там Варька заболела. Поэтому это, я уже иду, слышите, одышка какая. Хотя что здесь, иду я налегке. Вообще ведь ничего, ни одной сумки не несу. А все равно одышка. Бессонница также мучает. Не знаю, что и делать. Но я сегодня свою таблетку эту не выпила, афобазол. Надо было выпить, все-таки каждый день пить пока. Думала, без нее усплю. А нет, без нее не смогла уснуть. Машина вся в снегу. Подходим уже мы к дому, к нашему. Варя наша за котами. Любит здесь сидеть у меня, товарищ мой. Поцелуйчики. Кеш, кто диван погрыз? Не надо, Кеша, перестань. За щелку это грызет. Так, ну что, выходные дни, а мы дома сидим, никуда не ходим, болеем. На улицу я все равно еще боюсь выходить, чтобы не наглотаться холодного воздуха, еще дома сидим. Бережемся, лечимся. Травы запариваю, травы пью. Пропеклось, разрезала я. Видите, как с чесноком оно. Вкуснота вот такая там. Картошка тоже пропеклась. Сейчас попробую. Варьке своей сегодня Феликса купила по акции в Магнит Косметик. Мясной, на курицу у нас аллергия. Еще вот такой купила попробовать корм. Этот еще я не пробовала, не давала ей с говядиной. И все вот в такой вот контейнер определила. Вот этот вот дорогой тот, что-то она его не особо ест. Вот такой у нее теперь контейнер под корма. Сниму вам сейчас распаковку своих продуктов, то, что мы купили в Пятерочке. Так, ну что, приступаем. Здесь грейпфрута 2 я взяла нам. Сникерс по акции. Вот эти сырочки хочу похвалить. Очень вкусно. Это белорусские сырочки. Так, вот такие конфетки от Лами. Тоже очень вкусные. Подожди. Лук красный, очень полезный, вкусный. Мне нравится. Антошка себе пакости эти запросил. Пепси. Давай уж покажу. Такие кольца луковые со вкусом мексиканского соуса, черные. Не пробовали, потом попробуем, расскажем. Так, далее сосиски. Сосиски уже давным-давно мы их не брали. Сейчас они были по акции. Я думаю, возьму, положу в морозилку. Может, эти сосиски в тесте сделаем. Сосиску в тесте приготовим. Капусту Антон рулетики любит. Давайте попробуем, что это такое. Вот такая, короче. Так, моцарелла, мой любимый, я уже говорила, хвалила, не перестану хвалить, очень вкусный. Он сегодня по акции был, я взяла 3 штуки, приберу. Там сроки большие. Ну, не знаю, неплохие чипсы. Так, кофе взяла, кофе тоже был по акции.
Я особо не любитель кофе, он пригодится. Так, эти орешки арахис, соленые две пачки. Эти чупики Антон себе понавыбирал, такие разные, в основном с колой. Гранаты. Запасаемся витаминами. Бананы. Полежат, еще поспеют. Их хлеб и кальмары. За все это я заплатила, вот за эти два пакета, 2-300. Кальмары я вообще обожаю. Мы, я думаю, что, наверное, просто отварим и съедим, посмотрим. Ну, вот так они примерно выглядят, эти чипсы. Это я Антона учу делиться. Вот, чтобы он сам все один все не съедал, чтобы с мамой делился. Не знаю, съем я это или нет. Что-то мне, кстати, после болезни меня отвернуло от сладкого. То, что я раньше много конфет, там, сладостей могла съесть, сейчас вообще меня от сладкого пока так вообще не хочу. И вот это вот, ну, может, штучки две съем, остальное все ему обратно отдам. Но такое качество, как делиться, надо прививать ребенку. Новый Вавилон. Город золотом. Уникальных достопримечательностей.